У музыки есть дивный дар, она путем своих волшебных чар добро способна подарить и мир в округе сотворить. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы с неуемной силой приветствуем ваше существование, направленное на созидание добра, мира и хорошего настроения, которое царит здесь, на грандиозном открытии Space Moscow. Меня зовут Сэм, и я продолжаю вести прямой репортаж с этого самого поистине яркого действа. Если вас нет на танцполе, дорогие друзья, это отнюдь ничего не значит, потому что благодаря PDGTV у вас есть яркая возможность следить за всем тем, что происходит на двух танцполах нашего, собственно, яркого клуба и открытия, которое будоражит сознание общественности. Прямо сейчас со мной замечательный директор клуба Space по всему миру, человек, которого зовут Энрике. И я говорю привет всем вам, а также нашей дорогой матушке Европе, потому что в Европе нас тоже смотрят, как в Англии, так в Голландии, так и, конечно, в Испании. Отдельный привет я передаю испанской Ибице, самому замечательному острову, где в 1989 году на свет благодаря Пепе Розео появился клуб Space Ibiza. Okay, everybody, hello! We are from Russia and tell hi to Europe and Space Ibiza, and I'm talking with Enrique, yes? Yes, of course. How do you feel now? Yes, a crazy night. Hola, España, hola, Ibiza, hola, everybody. This is Space Moscow, this is the club. Space is the place, Space is your house. You have come into space. Hola, bienvenidos a Space Moscow. Esperamos veros aquí y en Ibiza. Hasta pronto. Chao. Спасибо огромное, дорогие друзья. Это был Энрике, директор клубов Space по всему миру. А мы продолжим сегодня предаваться яркому процессу времяпрепровождения. Смотрите PDGTV. Совсем скоро здесь на экране появится музыкальный редактор клуба Space Moscow, владелец лейбла DAR, Денис Эй, который буквально через несколько мгновений появится пред ваши светлые очи, и мы с ним немножечко побеседуем, дорогие друзья. А пока мы выключаемся на танцпол и вернемся через несколько мгновений. Your wishes, my heart says, don't let
Дамы и господа, леди и джентльмены, продолжается прямой эфир с открытия клуба Space Moscow. Да, в 1989 году на Белом острове, на острове Ибица, вспыхнула и взбудоражила сознание общественности легенда, о которой сегодня, собственно, как и всегда, мы говорим с самыми благоговейными чувствами и тем трепетом, который возникает в душе. И вы знаете, когда-то Моцарт написал такие слова: «Музыка — это добро, которое живет в каждом». Конечно, залог успеха любого клуба, а Space, в частности, это музыка. И я сейчас нахожусь рядом с замечательным человеком, талантливым музыкантом, продюсером и диджеем из России, который расширяет границы электронной музыки, отстаивая права клубной сцены, именно российской клубной сцены, и во всеуслышание заявляя о том, что на российских палестинах живут поистине талантливые музыканты. Владелец лейбла DAR Денис Эй. Денис, привет, как настроение? Привет, настроение отличное такое. Еще не все осознаю, только закончил свой сет. Очень много событий, все событийно мелькает еще перед глазами. Хорошо. Я напомню нашей публике, проливая свет на истинное положение вещей, для тех, кто не находится в клубе, а смотрит сейчас трансляцию на PDGTV, о том, что ты являешься музыкальным креатором, музыкальным редактором, музыкальным директором, как угодно это называют, перемена мест слагаемых, суммы не меняется, клуба Space Moscow. Расскажи нам, пожалуйста, прежде всего о музыкальных планах на ближайшее будущее. Хотя я понимаю, что иногда о секретах не рассказывают, но тем не менее. Поскольку площадка большая, на 6 тысяч человек, то, соответственно, будут приглашены только звезды первой величины, которые гарантированно собирают на свои имена людей. То есть это не будет клуб для новых имен, в том числе и для российских. Это будут уже уверенные, устоявшиеся на музыкальном рынке имена. Будет вечеринка в мае. Ричи Хоттин Enter в полном составе. Будет вечеринка, уже подтверждена, с Карлом Коксом Revolution, на которой также я приму участие. Обязательно будет вечеринка на 8 марта с любимцем женщин Бобом Синклером и Тедди Легреном. Будет вечеринка со Стивом Аоки, а остальные планы в процессе, все в работе. Это то, что будет точно. Мы желаем, собственно, клубу Space и тебе, в частности, воплощения всех мечтаний, потому что, как говорит древняя восточная мудрость, бойтесь своих мечтаний, они сбываются. Скажи, пожалуйста, как у тебя ощущения от вот первого мероприятия? Хотя ты только что сказал о том, что не совсем понимаешь, что происходит, еще как бы не полностью ощутил всеми фибрами то, что сейчас творится на танцполе, но мне кажется, по крайней мере, я сейчас невооруженным глазом вижу, что это диффузирующий хаос. Люди в таком количестве пришли, собрались, потому что многие даже, может быть, и не были на Ибице в Space, но они знают, что Space — это легенда. И вот какие у тебя ощущения по поводу первого мероприятия? Событие состоялось, в бренд поверили, 6 тысяч человек — это доказательство, огромная очередь на входе, многие не попали, очень многие не дозвонились,
Я считаю, что событие состоялось, состоялось великолепно. Вот. А есть отличный повод дальше прогрессировать, работать. Скажи, пожалуйста, тогда у меня следующий вопрос. Вот очень многие пророчат Space, не совсем какие-то хорошие, так скажем, прогнозы, учитывая то обстоятельство, что Москва вообще является, так скажем, притчей во языцах. Как ты относишься к этому? И учитывая то обстоятельство, что у нас есть специфика во вкусах у публики и так далее, какие у тебя прогнозы на ближайшее будущее касаемо вообще танцевальной культуры, ну и в частности клуба Space? Но легко не будет. Во-первых, в стране был большой провис у нас в плане развития электронной танцевальной музыки. Мы только сейчас начинаем набирать обороты и заявлять о себе во всю мощь. Мир нас уже знает, очень много музыкантов выстрелило за границей. Легко не будет, будем работать. А как бы обещания давать не совсем моя история. Как тяготить себя каким-то плохим бэкграундом, у кого что-то не состоялось, это тоже не наша история. Будем работать, будем стараться. Дорогу осилит идущий, как говорил Авраам Линкольн, я медленно иду вперед, зато никогда не двигаюсь назад. Желаю успехов, желаю воплощения всех мечтаний. Дорогие друзья, мы продолжаем прямую трансляцию из клуба Space Moscow. Сегодня на танцполе звучит поистине эклектичная музыка. Хедлайнером ночи станет приглашенная звезда DJ Tiesto, которого вы все прекрасно знаете. А сейчас на танцполе творит и разогревает Tiesto DJ Jelop. А мы только что разговаривали с музыкальным директором клуба Space Moscow Денисей. Огромное тебе спасибо. Наш эфир продолжается, дорогие друзья. Увидимся через несколько мгновений здесь, Space Moscow. Oh, sister, I will help you out.
Bye.
Follow you.
We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.
It's okay. Слово и дело становятся высоко значительными, когда музыка берет их на свои крылья. Дорогие друзья, мы находимся здесь на открытии Space Moscow. Добро пожаловать. Продолжается наша прямая трансляция. Для того, чтобы быть в курсе событий, просто смотрите PDJ TV. Меня зовут Самир Кулиев, я автор радиошоу «Чувство ритма». Я с большим удовольствием, дорогие друзья, с большим удовольствием разговариваю с моими гостями, с людьми, звездами этого действа об электронной музыке. Дамы и господа, прямо сейчас рядом со мной потрясающий диджей, музыкант, продюсер, резидент клуба Space Ibiza Дэнни Маркес. И я говорю ему здравствуй. И первый вопрос. Hi, Danny. How do you feel tonight? Как ты чувствуешь себя сегодня? I'm feeling really excited because, you know, as you can see here, tonight is going crazy. Now it will be start Tiesto and I'm after Tiesto. Okay, and the next question is, Danny, what do you think about the Russian fans of electronic music? This is your first visit in Russia. No, it's not my first visit. It's amazing how the people react. And I think we have a really good crowd tonight. Thank you. And the next question is, do you know anything about the situation with the dance culture in Russia? Yeah, now there are many good producers coming, like Hard Rock Sofa or Swanky Tunes, coming from Russia. And the truth, they are one of my best favorite producers in the world right now. And I love what they do. And they are really, really start to be really big and they are really hot. That's good. And do you know about the European people and people of Ibiza watch us and tell something to your friends on Ibiza? I think my friends from Ibiza, they need to come to see and believe it. If they don't come, they never will believe it, you know. Okay, thank you, and we wish you the good luck, and thank you for your music, and we wish you the good set tonight. Thank you. Дамы и господа, леди и джентльмены, у нас был Дэнни Маркес, человек, который сейчас отправляется за вертушки, а я с большим удовольствием сосредотачиваю ваше драгоценное внимание на том, что у нас сегодня просто взрыв. Space Moscow. А сегодня хедлайнер ночи DJ Tiesto, который вот-вот появится за вертушками. Ну что ж, леди и джентльмены, мы продолжаем следить за развитием событий здесь в Space Moscow и сосредотачиваем ваше внимание на втором танцполе. Thank you.